Яркие костюмы, эксцентричные персонажи, сюрпризы, танцы и веселье. Загородный парк отпраздновал долгожданный юбилей. На 55-летие любимого места отдыха собралось немало гостей. Пришла поздравить парк и мэр города Владимира Ольга Деева. И мы призываем всех, кто живет в этом районе, кто живет в нашем городе, приходите в парк, потому что парк без города может прожить, а вот город без парка вряд ли. И огромное спасибо руководству этого парка, Светлане Сергеевне, которая собрала вокруг себя замечательный коллектив единомышленников, неравнодушных людей, креативных людей и веселых, которые нам доставляют в качестве подарка такие замечательные веселые праздники. С праздником, дорогие друзья! В свой день рождения загородный парк не только принимал подарки, но и сам дарил их своим друзьям. Благодарность и статуэтку в номинации «Важная шишка» получила и наша телерадиокомпания «Губерния-33». Было очень приятно получить эту премию. Друзья, мы первый раз вообще поддерживаем парк, и сразу нас так отметили. Очень приятно. Жарко, очень от себя хочу сказать, что поздравляю парк с такой датой, 55 лет. Пусть продолжает радовать людей. И всего им самого хорошего. Главным подарком для всех жителей города стал грандиозный праздник – «Зеленый карнавал». На территории парка одновременно работало несколько площадок. На детской площадке «Страна карнавалия» развлекали и веселили юных гостей праздника мультяшные герои. Даешь Рио, здесь посетители парка танцевали и пели, а на карнавальном олимпе соревновались в спортивных эстафетах. Карнавал пришелся по душе гостям парка. Многие пришли на праздник в красочных и тематических костюмах. Семья Васильевых делали свои наряды все вместе. Их экипировку оценила карнавальное жюри. Делали, на самом деле, очень быстро. Ночью писался сценарий, потому что мы все активно работаем. Дети ходят в садики, лагеря. А только ночью наша семья остается время покреативить. Мой муж во всем меня поддерживал, помогал с костюмами. И вообще с общей идеей ездил в магазин за лианами, мешками. А древо жизни мы еще до этого сделали, даже не знали, что оно нам пригодится. Идея возникла спонтанно, она у нас стояла на подоконнике. Это тоже, наше творение. Все в этот день было особенным, и даже праздничная валюта присутствовала. На карнавальную зелень можно было купить лакомство или сувенир на память, а заработать такую денежку за отличное настроение и участие в конкурсах. Как следует потанцевать и зарядиться позитивом, гости смогли на большом праздничном концерте от «Радио Дача». Столичные артисты в течение 2 часов развлекали гостей. Автор-исполнитель Артур Вишенков, певицы Марина Редкая, Ольга Александрова, а также актер театра и кино Иван Смелик исполнили свои лучшие хиты для владимирской публики. Музыканты очаровали гостей парка своим талантом. Зрители еще долго не хотели отпускать артистов. После автографа и фотосессии ребята поделились впечатлениями о городе и загородном парке с нашей съемочной группой. Вы знаете, в скольких городах я выступал, но этот город самый красивый, самый крутой. Во-первых, потому что в этом городе я родился и прожил здесь лет 7 своей жизни. И, конечно, я впитал владимирский колорит, владимирское гостеприимство. Вообще, что говорить, если это моя родина? То есть я владимирский парень. Мне очень понравился парк. Во-первых, я очень люблю природу. Для меня это, наверное, самое важное. Он по-настоящему зеленый, он очень такой красочный и какой-то теплый. Закончился праздничный марафон по традиции ярким фейерверком. Екатерина Степанова, Арсений Хуторской, «Губерния-33».